Рецепт авокадо с салатом из киноа от финалистки «Битвы на гриле» Юлии Ходиной. Отварить киноа под закрытой крышкой в течение 10 минут и оставить отдыхать до полного впитывания воды. Небольшими кубиками нарезать помидоры и болгарский перец. Соединить в одной тарелке с измельченными мятой и луком. Добавить нут и приготовленный киноа. Для заправки смешать оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль, перец и измельченные семена тмина. Разрезать авокадо на две части и вынуть косточку. Сбрызнуть соком лайма и отправить на гриль до появления темных полос на мякоти. Выложить салат в половинке авокадо. Оставшуюся часть подать в глубокой пиале. Мое блюдо авокадо на гриле с салатом из квиноа готово.